Всем привет, с вами я, Алекс Ласочков, и сегодня я играю опять в Quest Go. Так, там оружие. Так, здесь идем сюда. Так. Ничего пока нового нет. Амарный градиент. Посмотрите, вы можете прямо сейчас. Так, дальше идем сюда. Так, сюда можно забраться. Так. Так, чтобы сюда забраться, нужно просто нажать на вот эту кнопку. Все, вы запрыгнули. Просто пробел и заново. До сюда можно стрелять. Допрыгнуть до сюда, да, можно. Допрыгнуть, можно здесь попрыгать. Как-то так. Так, ладно. Дальше. Куда мы идем дальше? Здесь мы идем вот сюда. И как нам попасть вот сюда куда-то? Так, присоединились еще игроки. Как нам попасть вот сюда? То есть, как быстро запрыгнуть? Берете, нажимаете на кнопку, и все. То есть пробел, и несколько раз нажимаете на V, то есть вперед. И вы сразу можете запрыгнуть куда-то. Это такой фокус, наверное, от КС-ки. Также можно набрать код, который набирает себе... Ну, это будет в следующем видео, а сейчас... Ой-ой-ой, чуть не упал, ну ладно. Так, давайте сюда идем. Как попасть вот туда? Это тоже очень, наверное, хороший вопрос, как попасть сюда. Вот так, понимаете? Как же здесь можно подняться, если хотите. То есть вот тут, сразу конец. То есть вот такая вот карта. То есть по-другому вы не можете забраться сюда. Только вот так. То есть пробел и несколько раз нажимаете кнопку вперед. Сюда опять попасть. Опять же нажимаете сюда. И вы попадаете вот сюда. То есть прыжки и... Должно все работать. Может, сейчас это сюда. Как-то так. Так, ладно. Сегодня я хотел стрим делать. Так, идея. Ладно. Так, попробуем. Так. Сейчас попробуем наши очки. Идем. Так. Вот попал, да. Я попал. Так, так, идем сюда, так, убиваем вот эти, вот, вроде, попадает, ну ладно, товарищ по команде, так, и, еще здесь можно попасть, нет, попадает, подождите, сейчас, стену. Так, ладно. Отключаем щиты, они нам сейчас уже не нужны. Как забраться на одну из машин? Для этого нажимаете прыжок. Как забраться на эту машину? А я сейчас попробую. Не знаю, получится. А, да, получится. Просто думаю. Да, все. То есть. Можно попасть вообще туда. Туда попасть сложнее, потому что надо будет проходить здесь. Нажимайте здесь кнопку такую. Вот так. Нажимаете, и вы попадаете, не знаю, как-то перекидываетесь за карту. Не знаю, немного заглючила игра мне, но ладно. Вот. То есть дальше мы пройти почему-то не можем, но... Потому что там, наверное, карта заканчивается. Самым по себе уже. Так, опять сюда подходим. Нажимаем наши кнопочки. У нас залаг... Ой. Что такое? Что-то... А, вот все. Просто немного лагает игра. Так, то есть сервер. Так, у меня осталось здесь время. Так, один враг. Ну идем. Ну ладно. Все равно мы победили уже. Ну как бы ладно. Так. Следующий такой фокус будет на этой карте, чтобы сюда попасть. Попасть за нее очень даже просто. Просто нужно нажать на дверь, то есть нажимать несколько раз, нет, магазин,
ждем 45 секунд или просто нажимаем вот так. Все, вы попали. Здесь немного глючит карта, видите. Тут не проделано, но зато можно увидеть здесь разные штуки. Здесь можно, конечно, застрелить. Попадать куда-нибудь. Вот так, а здесь какой-то, я не знаю, глюк карты самой. Дальше опять нажимаете Е и вперед несколько раз. У вас перепрыгивает, также может попасть сюда, куда хотите. Как попасть вот сюда, в эту вот поле. О, так, так. Как попасть туда? Сейчас попасть туда. Так, кто как нужен? Так, вот. Убью этого, чтобы мне мешать немного. Так. Опа, всем. Нам этого еще не подождем. Ладно, сейчас. Старт нужно, лево. Ой, ну ладно. Так, а здесь... Сейчас. Вспомним, где это место было. А, вот. Короче, идем сюда. Okay. Сюда, и сюда, и сюда. Здесь место... Вот. Нет. Где-то вот здесь было. Такое место, с которого будет нормально стреляться. Здесь мы были, здесь я вам показывал только что. Так, сейчас. Я не могу просто вспомнить. Ай-яй-яй. Убил меня. Ну ладно. Так, ладно, ждем, пока рестартнется, я пока найду карту. Так, вот враг. Он тоже пытается прыгать сюда. Сюда, я не знаю, там черная потом карта идет, то есть можно вообще до сюда подойти, вот до этой штуки. Дальше идут одинаковые машины, как вы заметили уже. То есть одинаковые. То есть они вообще одинаковые. А тут уже разные пошли. То есть такси идут, то есть машины. Дальше вот этот баг. Или не знаю, просто глюк на этой карте. Я не знаю, я забыл, где он находится, сейчас скажу. Оттуда очень круто простреливается. Все, подождите. Так, это, наверное, где-то здесь, что ли? Не знаю, сейчас проверим. Так, здесь я был. Сюда. Так, вот эта штука. Да. Вот, да, точно. Вот эта вот штука. Точно. Сейчас. Надо спуститься вниз. Так. Я куплю оружие. Ладно. А теперь идем сюда. Давайте я бегу до сюда. Как попасть в этот такой домик? Ключ. Почему? Давай. Так, ладно, перейдем. Давайте перейдем. Пока мы не видим. И... Вот так. Чтобы ничего убить. Так. Давай. Все, все, все. Так, дальше. Так, ладно. Ладно, скажу, может, нет. Нажимаете двойной клик и попадаете в эту штуку. Но она так как заглюченная, ну я показал, мало. Ну ладно, понятно уже. Просто запрыгиваете, а вы получаетесь, как, не знаю, супермен какой-то. И вы забираетесь туда. Как забраться на вот эту вот коробку? Тоже вопрос, который, наверное, был у всех. То есть, куда я попал? Где я? Блин, лагает игра. Сервер лагает. Так, ладно. Как забраться на эти коробки? Берите вот сюда, нажимаете. Нажимаете Shift. Так, и попробуем забраться. Не почему-то не забирается, но ладно. Нет, вот так. Нет, подождите. Подождите, вот так. Надо вроде сделать. Так. А, вот да, вот так. Я сюда спокойно можно стрелять уже. То есть прыжок и несколько раз В. Вот так.
Так, ладно, давайте пока посмотрим здесь, здесь еще. А какой-то здесь еще был баг. Только я не помню, где он. В лифте, что ли? Не, в лифте, вряд ли. Во, да, да. Где мы? Во, да, это вот лаг. Видите вот этот белый квадратик? Это вот как прицел, что ли, я не знаю. Да, все, мы попали внутрь, то есть квадратик будет там. Ладно. Убили. Ой, блин, пошла. Давай. А, пофигу. А ну пошли на. Вообще, хедшот просто. Что-то ботов здесь дофига. Играет всего вот трое человек. Так, ладно. Заложник. Как здесь вообще с заложником быть? Как попасть в него? Фокус. Вот так, да. Нажимаете, и вы попадаете за него, короче. Его можно будет защищать. Короче, вы только что увидели это. Так, что это вообще за штука? Тоже. А, не. Опять эта штука. О, да. Нет, просто. Во, да, телепорт. Точно. Я телепортировал, видите? Телепорт, вот эта вот штука. Это телепортация туда. За 2 секунды. Ну ладно. Так, больше карт. Ой, здесь. Больше тут не увидел. Баг на этой карте. То есть. Ничего интересного я бы не заметил. Если вы знаете, какой это баг. А, да, это баг. На вот эту вот карту. Ну, она как бы немного лагает, ну ладно. Попробую на выйти. Патроны как бы не. Хотя нет, долетаю, смотрите, вот. Я стреляю. Нет. Это да. Попадаю, смотрите, пропадаю, да. Так, ладно. Ну тут, короче, можно сидеть, вас не убьют, а вы можете спокойно убить кого-то. Это все работает, это все такое. Чтобы попасть, я вам сказал, что вот так нажимаете вот так. И вылетаете. Но я сейчас не буду этого делать, я просто хочу пострелять себе на это место. Так, ладно. Как это сделать? Вот так нажимаете, пробел и вот так вот. Как-то, я не знаю, перепрыгиваете, что ли? Резко. Так. О. Да, прикольно. Вот, короче, как-то так. На этой карте можно прочитать. Как же можно здесь в окно, если хотите. Так, дальше. Как залезть на эту штуку? Он на тут. Для этого вам понадобится очень простая стена. Это плагин для серверов на стену вот так вот подбираться, если кто не знает. А, то есть берете вот так, в угол встаете и попадаете на стену. Так. О, да, залагало. Да, вы попали на стену, теперь вы можете спокойно отсюда. Ой. Это очень было. Вот я был здесь, в стене, то есть эти штуки. Это такой плагин для серверов есть. А, вот сюда можно попасть. Сюда тоже очень, наверное, нормально стрелять. Ну, короче, вот здесь можно прыгать. Ладно. Что я могу еще сказать? То, что... Все, наверное, все я эти штуки сделал, проверил. Все работает. То есть, никаких больше багов, лагов ничего нету. Я не нашел здесь. Если вы что-то нашли, то пишите мне. Конечно, я вам сейчас еще покажу кое-какой еще один баг. Конечно, да, баг вам, наверное, не понравится, противно. И смотрите, у меня хорошо, так что появится штук. Подождите, ну можно спокойно проходить и убивать. То есть в КС-ке сделали все очень прикольно, и то есть интересно даже поиграть. И даже не нужно никаких консольных команды 4, то есть просто сочетание клавиш, как винды. Давайте опять залазим на стену, так как этот плагин. Да, мне что-то лагает здесь немного, ну, ладно. О, да, отсюда тоже можно. Да, нет! Я не... Ладно. Так, ладно. Так, и сейчас я кое-что еще сделаю. Вот. Так, разбрасываем гранаты, то есть, и кидаем последнюю вот сюда. Так, все, гранаты закинуты, можно спокойно вот убить. Больше ничего не надо. Так, вот здесь пройди. Ой. Ладно.
Так, вот здесь можно полетать, еще больше никаких я не нашел. То есть сюда можно попасть, до сюда добежать. До туда можно добежать. То есть любое место можно пробежать здесь, посмотреть и, короче, все сделать. Ладно, что я еще могу сказать? Всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Цычков. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Нубас. Пишите мне комментарии под видео, типа, какие вы знаете еще баги на этой карте или баги на других картах. Я все баги принимаю, то есть я их проверяю, и в следующем видео, может, я сниму еще один баг. Ну что же я могу еще сказать? То что вот такая вот карта. Тут видно все, это Downtown B2. Скачивайте, играйте на ней, смотрите баги. И, в общем, что я могу еще сказать? То, что играйте в КС, ребят. Ну, а я продолжу здесь играть, так что сервер нормальный. Ну, и всем пока.